Седьмой фестиваль-конкурс искусств сотворения вновь на сцене городского театра. Сотни мальчишек и девчонок из разных городов в течение нескольких дней боролись за право стать лучшими в номинациях. Вокал, хореография, художественное слово, театр, инструментальное творчество. Этот проект открывает уникальную возможность творческим коллективам, группам и отдельным исполнителям проявить себя в традиционных и современных видах искусства. Настолько сильный уровень в этом году, что я сбилась со счета. Мне кажется, это один миг был. Настолько было интересно, что обычно, когда слабые коллективы, начинаешь смотреть, считать, когда закончится. А тут все на одном дыхании. В числе участников конкурса театр-студия «Пигмалион» под руководством Александра Репца. Театралы победили сразу в нескольких выступлениях. За постановку «Записка» ребята получили диплом лауреата третьей степени. За пластическую зарисовку «На улицах Парижа» диплом лауреата первой степени. Кроме этого, отличились и чтецы. Владлена Бахалова и Даниил Кузовов получили дипломы лауреата второй степени. Тимур Атаманов – лауреата первой степени. Какие-то вещи для меня, например, открытие сегодня вот последнего номера пантомимы пластической. Она очень близка к такому Марсель Марсо. Там много чего есть. А в «Пигмалионе» тоже все, в «Пигмалионе», я имею в виду в «Записке», там тоже уже намечено, тоже есть перспектива, но много еще есть чего делать. Завершился фестиваль грандиозным гала-концертом. Здесь же были подведены итоги. В этот раз сразу три обладателя гран-при. В их числе анапский образцовый танцевальный коллектив «Солнышко» под руководством заслуженных работников культуры Ивана и Галины Ивановых. Руслан Душевский, Анапа регион.